Что, дорогие товарищи, гномы и прочие люди, эльфы, которых мы найдем потом, побежали вперед бурить. А подожди, а кто к нам присоединился? А, бурильщик, хорошо. Полный комплект. Как бы я не против смешанных команд, но чаще всего я поддерживаю нормальные команды. Просто не нормальные, а как бы разносторонние. Потому что тогда прикольнее раскрывается. This rock is gonna be the death of us. Stop whining! Хотя, например, два инженера могут друг друга перезаряжать эти... Кто там? А, вот еще один. А, супер. I love this grappling. Bam! You're cute, but you're dead. Так, последняя пушка. Почтите его. Ой. У нас есть. О, смотрите, вот эта тварь. Этого нужно уничтожить. On the space ring. Maybe R&D's finally fixing that glit in her noggin. Ah. Lighting up. Ты где? Грёбаные электрические кристаллы. Да я вначале тут. Вижу. Видишь, тут можно ямку без, даже без твоей помощи выбить, и потом пользоваться. Не всегда это работает, потому что иногда на потолке трудно что-либо сделать, но тем не менее в этом смысле скаут довольно такой человек универсал. Ну не универсал. У меня еще не все перки открытые, видишь. Я, допустим, у меня не получилось зависнуть на месте на ботинках и собрать им орех. Так, что ты говорил? Гном валяется. Гном валяется. Lights up! Ой, 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 не туда притянулось. А, поставь мне эту самую платформу. Было бы хорошо. Сейчас. Либо еще до тебя добраться. А? Супер.
Тут бы бурильщика сюда. Over here by the marker point. Вот она аква. Attention! Lighting! Куда он там пропал? А, умер. Был рейд. Что тут у нас такое? О, золото еще. Вы там выкопали его? Или так себе? Золото, я сейчас двойной спор золота, поэтому... Не-не, там это самое. Эй, блин. Вот здесь вот. Это хрень. Мы рич. Мы богаты. А, он выкопал. Блин, такое ощущение, что нет. Походу выкопал. Ай, блин. Так, что тут у нас такое? Тут нормально все. Swarm! Repeat swarm! Lights up! Everyone! Can I get some attention? Ой! Ой! Что, у нас такая маленькая комнатка? А, вот она. Не, подожди, где ты? Так, я, короче, вам цвет поставил. Вы там разберитесь с этим товарищем. Ты не забывай, у тебя турели есть, да? И ты себе перк на друга взял. Ай, блин. Ты там на пути остался, как бы. Прямо на мою винтовку бежала, за тобой как раз таки жирный этот стрелок. Вот, и я сбился, так сказать. Сейчас теперь... Ален, поставь, брось в нас эту щит. Там все разбегутся все равно. Ну, вначале лучше огненную гранату какую-нибудь, а потом щит. Блин, три дредноута, ни хрена себе. И я еще одного убил, считай, четверо было вообще. Ставки повышаются. Не говори. Сейчас что такое творите, а? Стука, ну что ж ты делаешь-то, блядь? Блин, хоть бы времени осталось. Нет, ни хрена не осталось. Чёрт, блядь. Потратили железную волю. No more oppression that will create. Так, вы там где, что-то никого не вижу. А, вон вы где, я понял. Угу. У меня патронов-то осталось 10 патронов всего. Так, вижу. Это вознаться. А капсулу вызвал, да, вижу. Там. Сейчас попробуем добраться. У меня эти отвлекающие гранаты есть. Угу.
boy up. I owe you one, brother. Супер. Thank you, brother. You're a deal much better now. Чё, красавчики? Let there be light. Просрали, правда? Мою железную волю. Но бывает. Так, что там у нас еще есть? Хорошего. Так, теперь. А, там внизу до хрена всего валялось, что ли? Сейчас наверху. Вот как раз здесь. Что это? А, вот этот тэп. And that's another Yuletide decoration secured. Nicely done, team. Performance point bonus activated. Так, что-то у нас какая-то маленькая пещера, не? А, не, нормально. Lighting up! Я что-то и не вижу других-то. Вот там сверху. Сверху вот отсюда. Это маленькая пещерка такая вот. Booyah! Кто где, кто умер? Request accepted. Stand clear. Hump jack inbound. You shouldn't need precious minerals. It will get you killed. Поднимаю. Поднимаешь? Хорошо. Тащить вот эту хрень надо. Так, я пойду подержу. Jack requested and is inbound. Да блять, что я опять? Swarm incoming. Get through it fast. We're on a tight schedule here. Собака. I got the tri-jaw. Ой. Совсем. Как? Пещерка такая подозрительная, да? Я да, подловил. И все две буровые установки там. Так, где у нас... Золото от дупы. Поднял и не успел. Щитом, 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 подавайте. Блин. А, ну ладно. Я думал, другого поднял. Это Хикс и тебя поднимал. Да? У меня вроде не было. Может быть. Не, у тебя щита нету. Я просто.
красавцы. Долы. Ага, супер. Ой, спасибо. А меня чуть унесло. Ай-яй-яй. Этот тварь летает. Собака бронированная. Так, что там у нас? Нам обе трубы надо тащить в одном направлении. Ага. Lighting! Двойные горшочки, да? Как душевно. У меня даже, по-моему, двойные карманы, и они не спасают. Все равно до хренища. Another pipeline established. You just need to set up one more, and then we can start the extraction sequence. Пока не надо. Return to the refinery and start up the pump sequence. Там золото еще есть. We are unbreakable. Rock and stone, you beautiful dwarf. Не говори. Ничего. Вам по, как сказать, пока вы еще не докупили все шмотки из магазина, там, я не знаю, все модификации не купили, то вам, собственно, оно нужно. Ну, не то чтобы это самое обязательное, то, что нужно делать, но вот я к 260 уровню выполнил все, что можно было в этой игре. Ну, там осталась парочка ограниченных этих второстепенных заданий. А так все перки купил, все шмотки купил. Вот. На третьем сезоне или на втором сезоне я уже устал от всего это, как бы. Перестал. Ну, как бы, знаешь, перерывы делать. Дуренко вниз вверх стреляет. Дуренко, да, у меня есть как... У меня есть какой-то радиус, она не просто по плоскости. Так что ты не волнуйся. I'm wondering if fighting bugs and moving dirt is the best way to make a living. Можно, в принципе, уже потихоньку. Watch me fly. Yes. А вот.
gold. Золотишко немножко. В принципе, если начнете, не страшно. Здесь вот золото. Просто дофига и больше. Try top down! Ладно, ну там пока ковыряйтесь. Блин, Ален, что ты там упал? Нет, место. Я только собрался отойти. Итак, где ты, мужик, дырка? Люди гибнут за металл, за металл. Она набрала металл. Набрали металл. Так, что это у вас там происходит страшное такое? Это ужас. Что вы тут себе позволяете? Ты гранатами пользуешься там? Отвлекающим. Ну, мы патроны все закончились. Ага. Так. И гранаты тоже. Ну все, в общем-то, нужно заказывать какую-нибудь капсулу еще дополнительно. Roger that. Supplies are coming. Какая интересная турелька в воздухе. I'm taking some of the ammo. Ага. Red sugar. Воздушные потоки. For those about to rock and stone. Time to restart. For rock and stone. Mobile. Supply pod here. Ну что, тогда за это самое. Заполняйтесь и побежали. Вроде бы все собрали. Все, что нужно. Что у нас за дырка? The liquid morkite is being extracted. Свет сейчас организуем. Так, Liquid morkite is flowing to the refinery like honey. Line is up.
Okay, we got a problem with the pipelines. Fix it to keep the extraction running. Pipeline repaired, but other pipelines are still malfunctioning. I'm the dance commander! Он что-то летает сверху. Нет? Pipeline functional again. However, we still have malfunctions in the system. Понимаю, все хорошо. Дробовик. А, так нужно более крупную ставить. Модификацию. Там их просто две. Ты можешь две сейчас ставить. А это да, они такие слабенькие. А, блин, повернись животиком. Pickaxe and chill. Bam!
Well done. Cargo rocket is returning to orbit. Разучил. Так. Let there be light. Да там много всяких хороших тварей. Что-то вот это хренище всех мертвых. Новогодний праздник. Come and get me, you disgusting bug! Yeah. Ammo taken. Я восстановлюсь лучше. I needed that. Так, что-то у нас такое хорошее. Cryo! Блин, что такое? Шилдик и уходим. А блин, шилдик, я уже говорю. Ну нет, шилдов никаких. Вот, красавчик. И уходим в сторону красивых. Успевали, а? Что ж такое-то? X не это самое. Нету крюка, не привык прыгать. Блин, тут вот. Нет. Давай, уходи. Уходи, бери, становись на эту тертилку и уходи, А так у нас уже эвакуация давно идет? Ну да. Я только заметил. Блин, уходим. А чё ты отвлекающие гранаты не кидаешь? Блин. Не кончили. Ну а чё ты не подряжаешься? We were so close. Ну да, здорово. Ладно, мы выполнили главное. Блин, этот коридор, конечно. Да я тут это на телефон отвлекся и что-то вообще провтыкал, что уже эвакуация давно идет. Да даже не эвакуация, ну ладно. Неважно. О, поручение завершено. Ей, это круто. Отлично, у меня теперь есть маска с газосварщиком. Да, ну что, круто, да. А если вы только присоединились, подписывайтесь на канал и смотрите у нас прикольные видосики у Хикса и у меня. Все. Ну, в смысле. Рекламная пауза закончена. Давайте.